В селе Счастливом Прикубанского района республики завершается капитальный ремонт почти 3-километрового участка автомобильной дороги. Приведение его в надлежащее состояние стало возможным после коллективного обращения жителей к руководству региона и распоряжения главы Карачаево-Черкесии. На месте работ побывал наш корреспондент Артур Мхце. Эта дорога ведет к счастью, как минимум для жителей сельского поселения в Прикубанском районе республики. На протяжении многих лет собственники домов в Счастливом разбивали свой транспорт об условно проезжую часть улицы Советской. Но в ближайшее время данная проблема будет устранена. Здесь дорога была в ужасном состоянии. Протяженность дороги 2,6 километров. По многочисленным обращениям жителей села Счастливое, именно непосредственно улица Дальняя, по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Тимризова Рашида Борисовича делается эта дорога. Участок до улицы Дальней постепенно приходит в нормативное состояние, чего здесь на памяти многих сельчан не было никогда. По словам подрядчика, все сложности решаются в рабочем порядке. В прошлом году начали снимать основания, укатывать грейдеров, проходить. То есть укатали, дали людям возможность проехать аккуратно, чисто. Вот в этом году начали стелить. Вот в течение пару дней думаем, что закончим. Очень будет удобно для людей. Две машины проезжают. Ширина 5,60 у нас. В скором времени дорога по Советской будет полностью заасфальтирована. Правда, тут возникает вопрос с ее долговечностью. Все-таки у некоторых фермеров имеются тракторы, другая довольно тяжелая техника. Как быть? Здесь для тяжелой техники приспособлена ли будет эта дорога или дальше как-то вот какие-то действия? Ну, я думаю, будет приспособлена, так как асфальт хороший, плотный. В прошлый раз измеряли, 7 сантиметров толщина асфальта была. Для безопасности автомобилистов и пеших сельчан на некоторых участках планируется установить искусственные неровности. Каких-то дополнительных ограждений здесь не будет. Уже через пару дней жители наконец-то смогут оценить преимущество дороги к счастью перед тем, что было тут раньше. Артур Мхце, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.